Нормально. Ум прояснился мой. Теперь без прикрас. Тут же буквально петь будут. Мне что-то в голову не пришло, что если написано ария романа, то значит некий роман будет петь. Раз вижу я, что нас всех вскоре ждет. Вот они, блядь, воперы, вот они, воперы, блядь. Мы их дожирали потом, сидели там нахуй. Бля, Глен Ливит охуенный, кстати. Человека сняв легенд мишуру, всяк поймет, что нас всех вскоре ждет. Марго, к рассказам о себе не оставаясь глух, ты правдою почел о Боге новом слух. И твой благой задел вообще пропасть готов. Личность твоя ставится выше твоих слов. Мне вокал, кстати, примерно на уровне Курта Кобейна. Не нравится вся эта возня. Эй, Марго, изволь послушать меня. Ты ведь вспомни, твоею правой был я рукой. Весь народ тобой зажжен, в тебе мессию видит он. Но страшись, поймет, что ты другой. Между тем, когда ты все затевал, тебя никто богом не называл. И поверишь, я по сей день тобою восхищен. Но твоей речи повелось в кривь истолковывать и в кость. И за ложь не думай быть прощен. Иванов, мой славный сын, лучше прожил, да сидел, ладил в мастерской отца в поте лица. Гоблин сходка кукич. Я нихера не понимаю, что там в тексте поется. Чито скорей Марго с руки, не принес бы он вреда нам никогда. Эй, Марго, утихомирь свой карьер. Посмотри, нам поставлен барьер. Тут захватчики, не то забыл ты, как нас давит враг. Мне толпа внушает страх, мы повсеместно на устах. И нас прах сотрут за лишний шаг, лишний шаг, лишний шаг. Эй, Марго, предупреждение учти. Помни, я хочу нам жизни спасти. Но, увы, надежды иссякают прямо на глазах. Слепы все твои друзья. Лишь небесным жить нельзя. План величественный терпит крах. Терпит крах. Терпит крах. О, Марго, послушай, послушай, Марго, предупреждение прими, чтобы всех нас спасти. Пойми, пойми, Марго. А на сегодня все. До новых встреч. Какое
предупреждение. Чего, блядь? Не понимаю, это, по-моему, мелодия из «Иисус Христос суперзвезда» какая-то или что-то в этом роде. Но, типа, какое нахуй предупреждение? Ну, в рамках вот этой пародии чё, блядь, имеется в виду? То есть, чуваку не зашла сходка, зашла сходка. Он на неё денег надонатил, ему денег жалко. Или чё, я, чё произошло, что случилось? Понять не могу. Ты хотел, чтобы голос дрожал, а тут не было вибрато ни одной секунды. То есть чувак буквально издает звуки типа и все. То есть это буквально просто тип, ну когда ты издаешь звук это не пение, просто гласный звук. В том и шутка. Ну да, но типа... Ну я буквально другое имел в виду. Ну, ладно. Так. Да, я что-то не очень прорубил эту хуйню. Непонятно нахер это было сделано, в принципе. Ну ладно. Ну там еще половина слов, блядь, не ясно. Гоблину не нравятся искусственные цветы. Гоблин любит настоящие цветы. Что же мне там ожидать? Возможно, сука, я буду обтекать полностью, да? Голос не Федова. Хуй соси, крыса подзаборная, блять. Сейчас, блять. Ёбаный, блять, по голове. Я вчера сгорел, блять. Значит, некий Роман будет петь. Да. Прям тебе, блять, сука. Причем тут убермаль. Я хочу сказать, между прочим, я это делал просто потому, что, блядь, мне было смешно. Во-во-во-во-во-во! На уровне князя! Вот этого я ждал! Ну вот, ну кто, блядь, псина? Ну вот кто, блядь, псина, скажите мне? Извинения? Пошел нахуй! Я, блядь, душе не ебу, что сейчас происходит. И дальше 5 минут, блядь, у него будет рвать жопу. Но главное, что ко мне едет пицца. Она уже у двери. Опа. Какое предупреждение? Чего, блядь? В душе я не ебу Марго. Просто было смешно. Ну, видимо, смешно, если я так угораю. Общеизвестно, что меня очень сложно рассмешить. Не понимаю, это, по-моему, мелодия из «Иисус Христос суперзвезда» какая-то или что-то в этом роде. Какая-то. Но, типа, какое нахуй предупреждение? Ну, в рамках вот этой пародии чё, блядь, имеется в виду? Вопрос к шизофреникам, это делавшим и заказывавшим. Чувак. Окей, ну, к ним вопрос тогда. Я не ебу, кто ты, кто это заказывал. Заказывал ли, блядь, чел? Блять, окстись нахуй. Я не то чтобы бравирую, блять, да, тем, что ты меня не знаешь, что я знаю про тебя. Я тебя не знаю, но ты знаешь про меня. Но как бы, блять, камон. Никто не обязан знать, что там на твоем маленьком канале, блять, вообще происходит. Пицца приехал. Пока это послушайте, сейчас вернусь. Не зашла сходка. Зашла сходка. Мне вообще отлично. Он на нее денег надонатил. Денег жалко. Или нет. Сходка отличная была, я считаю. Мемов достаточно. Марго хотел, чтобы голос напился. Дрожал, а тут не было вибрато ни одной секунды. Чувак буквально издает звуки типа... Да, ни одного вибрато, да, хуй соси. И все. Да. То есть это буквально просто. Да, хуй соси. Типа, ну когда ты издаешь звук
Это не пение. Просто гласный звук. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. В том и шутка. Ну да, но типа. Ну, я буквально другое имел в виду. Ло-ло-ло-ло. Был. Марго. Блять, этот человек. Просто хуй сась. Я даже не буду объяснять ничего, потому что в последние несколько лет, ну, последний год своей жизни, потому что я заебался, блядь, заебываться, я решил встать на позиции типа чел. Я даже объяснять ничего не буду, просто хуй соси. Ты не прав, иди нахуй, чмо. Вот. Я там не был. Ну, мне видосов посмотреть было достаточно. Всей движухи вокруг сходки и того, что из этого вышло, мне тоже достаточно. Отличная сходка, заебись. Отличный инфоповод, о котором до сих пор вспоминают. Что бы нет-то, блядь. Музаналитику. Что бы, блядь, какую бы музаналитику слушать от человека, который, в принципе, если в музыке и любит вокал, то чтобы он был какой-нибудь типа... Вот, что-нибудь такое. Заебись, очень нравится. Вибрато нету, да. Расскажи, может быть, я вибрато делаю голосом, да? В смысле, горлом, блядь, да? Не диафрагмой. Я, наверное, может, неправильно делаю, поэтому ты говоришь, что я делаю, не делаю вибрато, да? Так это хуй соси! Если не думаешь, что я делаю не диафрагмой, можешь приехать и положить свою ручоночку, блядь, костлявую. Да? Чак, у тебя при вокале, если я так сказал, да, то значит, у тебя при вокале единственное, что вибрирует, это связки, блядь, и все. Мой животик, псина. И послушать, как он вибрирует, а потом почувствовать, как вибрирует мой хуй, блядь, где-нибудь у тебя, сука, в ухе. Потому что до мозга хочется добраться и его выебать, блядь. Чтоб больше не рожал говна такого. Простите. Да, я что-то не очень прорубил эту хуйню. Непонятно, нахер это было сделано, в принципе. Не, вопрос, нахер это было сделано, меня тоже волнует. Ну ладно. Ну там еще половина слов, блядь, не ясно. Да может ты хуй пососешь, а? Еще раз тебя предлагаю, блядь, долбоеб. Может, просто, ну, не нужно было там, опять же, это, хуем своего, блядь, китайца в другом ухе ковыряться? Может быть, слышал бы получше тогда, сука, слова? Чувак так реагирует, как будто, блядь, я заказал... Может, он думает, что я заказал эту песню про сходку? Как бы... Потому что с моей позиции мне до пизды, чувак, что тебе эту хуйню заказали. То есть, ну, с моей-то точки зрения, это просто какой-то мудак записал, блядь, какую-то хуйню. Это ёбаный кринж. По всей видимости, ты не отдавал отчет в том, насколько кринжовое говно, которое ты записываешь. Либо ты сейчас кринж троллишь здесь. Если смысл был в том, что до сходки все было заебись, а потом я все проебал, то... Блядь, нет, Марго! Сука, он в каком он, блядь, состоянии это делал? Сколько было времени? Я серьезно. Это не так. Ну, по деньгам это не так. Да он, по-моему, ёбнул. Блядь, серьезно. Господи! Господи, там же сходка! Он услышал слово «сходка» и все, пиздец. Хотя его там, в принципе, изначально-то быть особо-то и не должно было. Шел седьмой черт стрим, Марго проебал 400. Блять. Он зацепился за это слово и понеслась, блядь, пизда, сука. У него просто капоролалия начинается каждый раз, нахуй, когда про сходку просто упомянется и начинается, блядь, ровно одни и те же тейки. По-моему, было заебись, по деньгам вообще отлично. Да заебись был-то, кто спорит, вообще, мне очень все понравилось. Особенно учитывая, что я деньги на это не потратил, нихуя, а Лулзов получил максимально. Я даже немножечко жалею, что меня не было на той сходке, потому что я на тот момент не особо увлекался маргиналом. Потому что на афтерпати, нахуй, был Мэдисон, и вот ради этого, насколько маргиналу, уже как минимум стоило прийти. Но!
Я не читаю ничего плохого. Просто, блядь, это смешно, нахуй. То, что ты не слышишь текст, ну, я не знаю, ребят. Я, ну, типа, мне всегда казалось, что я довольно членораздельно разговариваю, да? У меня не то, чтобы прям плохая артикуляция. Это странно вообще, да? Подобное слышать? Ну да ладно. Сходка мне обрубила доход. Блять, все, пизда, понеслась нахуй, блять, говно ебаное. Да где-то на месяц, а потом я откатился к точке. Ну вообще, ну не про это же была шутка. Чувак, блять. А про то, что. Долбоёб. Блять, там в принципе. Ты сидишь, удивляешься, что люди не понимают шутку, объяснение которой у тебя в голове содержится, ты понимаешь, блять? Что эта шутка со стороны выглядит не так, как она выглядит для тебя, для автора. Попробуй пересмотреть свое говно когда-нибудь глазами человека, который его не писал. То же самое, когда вы, блядь, сообщения свои ебаные пишете, да, или вопросы в донатах, блядь. Перечитывайте свою хуйню так, как будто не вы ее написали. Потому что, открою секрет, человек, который не является вами, поймет то, что вы высрали по-другому. И вам надо рассчитывать не на себя, а на человека, который, блядь, не вы. Когда вы пишете, блядь, поете, когда вы делаете все, вам надо рассчитывать на других. Иначе вас не поймут, блядь. Если вы хотите, чтобы вас понимали, может быть, вам до пизды понимают вас или нет. Но этому-то человеку, очевидно, не до пизды, блядь. Он 15 минут высрал какую-то говна, что я, блядь, шутку охуенную не понял. Заказал ее за 1,5 косаря, блядь. Ну, которые, очевидно, типа, ну, это как бы для него серьезные деньги. Я понимаю, что это откровение для 5-летних, но тут чувак, по-моему, нихуя не 5-летний, и это вот для него ребус пиздец какой. Какой же ты долбоёб, господи, блядь, Марго, какой же ты долбоёб, господи. Шутка была. В твоей шутке не содержится той шутки, про которую ты сейчас говоришь, блядь. Переслушай свою шутку, блядь. А в том, что на текст очень забавно ложится общая, как бы, композиция, да, происходящего с тобой и вокруг тебя, понимаешь? Сходка была просто, ну, типа, как мем упомянута. Относительно Иванова, тем более. Иванов, твой славный сын, лучше прожил бы седин. Ладя в мастерской отца в поте лица. Долбоёб, блядь! Только там были в оригинале лавки, стулья, сундуки, нахуй. Ну какие в пизду лавки, стулья, сундуки? Гоблин, сходка, кукичи. Сука, животное, блядь, безмозглое. Что там было в оригинале, я вообще не ебу. Я, блядь, не слушаю мюзиклы. Ну, типа, камон. Или расчет на то, что люди помнят, блядь, конкретный трек из, блядь, Эндрю Ллойда Вебера. Ты, блядь, ебанутый? Кто на какую-то хуйню помнит? То есть, по-моему, я последний раз сталкивался с человеком, который слушает Jesus Christ Superstar. Это как бы, потому что Влад переслушивает одну и ту же ебаную, блядь, арию Иисуса. Вот этот «Why shall I die», блядь, или как там это, блядь, было. Он на репите эту хуйню просто слушает, блядь, и все. Пиздец, чувак, ты живешь в сосайте. Тебе для того, чтобы твою хуету хотя бы кто-нибудь понял, да, ее надо вот таким образом формулировать. Иначе будешь сосать хуй, блядь, по жизни. Никто тебя, блядь, не поймет. Ни одной нахуй шутки. Я просто охуеваю, нахуй. Я просто текст открою как-то, да? И шутка была вся абсолютно нахуй в том, что
к рассказам о себе, не оставаясь глух, бла-бла-бла, постоянно, блядь, какое-нибудь говно, блядь, какой-нибудь хейтер, какой-нибудь хин очередной что-нибудь высрет. И понеслась. Это, блядь, личность твоя славится выше твоих слов. Чувак, это текст оригинала, по-моему, нет? Но это не переделанный текст. Вот, ну, вот это, конечно, ну, понятно, похуй, да? В тебе мессию видит он, но страшись, поймешь, что ты другой. Между тем... Чувак, ты ебанутый, что ли? То есть для того, чтобы понять твою хуйню, нужно знать, блядь, текст, чем не оригинальный, а русского перевода, блядь, «Иисус Христос суперзвезда», блядь? Чел, это мюзикл, который в 60-х, блядь, вышел. Блядь, нормальные люди не слушают мюзиклы, блядь. Как бы, ну, фак ГГ, что я тебе могу сказать? Твоя шутка была обречена, я тебе могу посочувствовать только. Тем, когда ты все затевал, тебя никто богом не называл. Тупое же животное, ёптвым! Но твоей речи повелось в крифе столковывать и в кость. Я, блядь, и тут не понимаю, как я из этой хуйни должен понять, что я, типа, что я из этого должен понять и как, да? Какая-то хуйня про Иисуса, блядь. За ложь не думай быть прощен, сука, тупое животное, блядь. Сука, у меня карьер сейчас просто, блядь, разваливается, нахуй. В нем взрывы происходят, блядь. От того, какой же ты, сука, ебаный долбоеб, блядь. В чем шутка-то, что я Иисус, блядь, или что? Безмозглое животное. Я и сейчас не понимаю, что я, блядь, тогда не понял. Сколько тебе денег? Пятьсот. Типа я Иисус, блядь, или что? Сука, это просто само по себе смешно. Но нет, блядь, он услышал. Он безумно смешно, пиздец. Там в чате спрашивают, работают ли донаты. Там в чате спрашивают, работают ли донаты. Ну, по всей видимости, работают. Ну, я их получаю. Да, да. А насчет... Выводится ли на экран, не знаю. Я и выводится на экран, я их слышу, и зрители их тоже слышат. Не понимаю, в чем предъява, блядь. Так что попробуй сам задонать и проверь, нахуй. Да. Ну что он услышал, блядь, и от этого, сука, у него, блядь, началось очередное извержение по поводу того, что с деньгами, блядь, со сходкой все было заебись, а сейчас сходка заебись. Да никто не спорит, сука. Ну никто не спорит, кивнул бы и хуй забил бы тогда. О другом, бля, что, вы тут же про другое, про другое, а вы что говорите? Ты бы пояснил, про что, про другое, блядь, ты бы привел оригинальный текст, блядь, и все, и типа все должны понять из этой хуйни. Бля, тут донатов много. Дядя Олег, 100 рублей. Маргинал, ты как-то говорил, что у тебя слуха нет совсем. Как-то твои размышления про то, кто умеет петь, а кто нет, про вибраты, вот это все. Как-то это не вяжется с отсутствием слуха. Слух, он про то, чтобы ноты различать. Типа, как бы, вибрато можно услышать, есть оно или нет, не имея нахуй музыкального слуха. Ну, типа, это просто не связанные две вещи. Пите! Который до этого достигал только в начале 19 года, когда подряд был стрим со Световым и со Стасом. Блядь, господи. Да всем похуй. И я... Не, чувак, ты будешь удивлен, но далеко не всем похуй. Я перешел в эту точку. Я получаю больше сейчас. Я все равно нищий, все равно платите деньги, конечно, но... То есть, если тейк в том, что прошла... Автотюном, если что, можно сделать вибрато. Ну так. Сходка и все было просрано, то это вообще не так. А в плане предъяв за пение, ну вы можете вместо того, чтобы сомневаться в моей музыкальной экспертизе, просто найти момент, где мы смотрим изначальный клип и оценить охуенное пение. То есть там, в принципе, можно меня не слушать, да, там маргинал нихуя не разбирается в вокале, хуй с ним. Просто послушайте, как бы, и все. Где-то месяцок было неприятно, а потом стало лучше, чем когда бы то ни было. Звучать будет странновато, конечно. И, ну, по деньгам, по крайней мере.
А зрители у меня есть подозрения, мне крутили до бана в 2019. Тот Качин была успешна в плане пиара. Нет, она была неуспешна как раз в плане пиара, потому что... Ну все, дальше, короче, блядь, размышления про сходку начались, я понял. Как раз-таки сразу после сходки деньги... С чего бы это, блядь? Как ты заебал? То есть сразу... С чего бы это, блядь, начались размышления про сходку? Это ж не так, что песня про сходку, нахуй. Причем полностью, вот от начала до конца, она вся, блядь, про сходку. Там сходка, 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 сходка. Блядь, на экране видеоряд со сходки, блядь. Почти вот исключительно со сходки. То есть, блядь, стол, блядь, безоперный, да, и так далее. Вот, блядь, охуенно. С чего бы это, блядь, маргинал разошелся про сходку внезапно, сука, шиз? Поехавший, блядь. После сходки было очень печально. Если вы посмотрите стримы, то есть как выглядели мои стримы непосредственно после сходки, я был в очень подавленном состоянии. У меня было ощущение, что меня захуярили просто со всех сторон. Вот, а потом я как-то отряхнулся просто, блядь. Я бы ему в горле, блядь, членом вибраты сделал, сука. Ну, убрал из пёс, блядь, своего круга общения оставшихся. Да не, ну тебе бы в вокале вибрато сделать какой-нибудь, ну, то есть, как бы, чтобы ты мог держать ноту, понимаешь? Carry a note in a basket, блядь, охуенных друзей. Причем не своим. Каким-нибудь, блядь, огромным резиновым, нахуй, из его запасов, собственно. Я думаю, у него их достаточно дома. И... Одобряем. Сразу все пошло в гору. Сразу все стало охуенно. Просто иногда важно понимать, что, ну, ваши охуенные друзья из вас тянут энергию, время. А в тексте совсем ничего про это опять же нет, да? Марго! 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 Ёб твою мать, ты тупое, каловое, блядь, животное, нахуй! Время, день. Ну, из твоего текста это как бы не следует. То есть, может быть, это было у тебя в голове, когда ты его писал, но вот именно для этого надо текст перечитывать перед отправкой. Да? А в твоем случае эта отправка представляла из себя не просто нажать Enter, как бы, и все. Ну, проебался, хуй с ним. Да? Потом отредачил. Не, в твоем случае ты, блядь, напел всю эту хуету, ну, с позволения сказать, напел. Напел всю эту хуету под музыку, блядь, и сделал клип. То есть в том, что ты написал, не содержалось то вот того, обо что ты сейчас бомбишь, что это, блядь, было непонятно. Надо перечитывать свою дресню, прежде чем ее отправлять, иначе ты будешь не понят. В самом тексте этого не содержится. В самом тексте того, о чем ты сейчас говоришь, блять, просто нет. И так далее. И просто надо обратить внимание на то, какие из ваших друзей этого не делают. Какая же ты тупая гнида, блять. Если бы ты песню послушал нормально, в текст, блять, вслушался, говно, а это... Долбоёб, какого хуя я должен, блядь? То есть это я стопать, видимо, должен, блядь, ревайндить всю эту хуйню. Можешь мне нагуглить текст, блядь, еще нахуй. С подстрочником эту дресню слушать. Мудак ты ебаный, блядь. Может, мне, блядь, Кургинян еще предъявлять будет, что я не расслышал, блядь, что он не пупл Кёртон говорит, а пёпл на самом деле. Мне просто надо было с подстрочником смотреть, что, блядь, там не Radiant Median, а... Radiant Maiden имеется в виду, да, то есть у него в голове-то оно так, видимо, блядь, скроллилось, нахуй, во внутреннем телепромтере. Типа, ну ёб твою мать, да, блядь, как ты спел, так я, блядь, и услышал, нахуй. Пой пизже, блядь, будут люди слышать правильно. Сверх того, текст был составлен не так, чтобы из него можно было вот сразу... извлечь вот этот вот посыл, вот эту вот шутку и хуютку и так далее. Выглядело просто как очередной дис про сходку. Разницы никакой нахуй нет, они, блядь, все так выглядели. Блядь, явно не требует усилий хоть каких-то, кроме желания, блядь, слышать текст, а не услышать в нем слово «сходка» и порваться, блядь, очередной раз. И оставаться с ними. Тупой, блядь, мудак. Как правило, это... Блядь, я просто охуеваю.
Глоба Хрома, 100 рублей. Сходка, это было охуенно. Спасибо за творчество, ты сильно изменился за эти годы, но мы тоже меняемся. Сияй. Стараюсь, спасибо за 100 рублей. Да хуя тебе 500, брателло. Я сидел, писал, ржал, как скотина, нахуй, от того, как, блядь, прикольно ложится все это. Чувак, блядь. И это сейчас применимо к любому творцу, неважно, как бы он там лузер на три зрителя, блядь, или там, не знаю, блядь, Бетховен, да? Достоевский. Ты пишешь не для себя, ты пишешь для других. Поэтому то, что ты ржал или плакал или еще что-то, это вообще никакого нахуй значения не имеет. Вот вообще, блядь. Никого не ебет, блядь. Ржал ты, блядь. Плакал, нахуй. Ничего это не значит. То, что ты ржал, по всей видимости, над хуйней, которая у тебя в голове была, которая до бумаги не дошла. Не знаю, блядь. Ну, я ржал, когда писал. Охуенно было, блядь. Ну, охуенно. Видимо, процесс написания был толковым перформансом. В отличие, блядь, от конечного результата. Который говно, блядь. Ебаны. Дядя Олег, 100 рублей. Как это вибрато не имеет отношения к слуху? Самое прямое. Вибрато – это изменение звука по высоте вверх-вниз. И оно бывает широкое на полтона и больше. То есть это уже изменение ноты даже. Бывает совсем узкое, которое человек без слуха даже может и услышать. Чтобы оценить качество вибрато, очень даже нужен слух. Нет, чувак, когда ноты находятся рядом, блядь, и разницу между ними слышно. Вот, как бы, когда там, блядь, есть интервал какой-нибудь, или, блядь, просто ноту слышишь по отдельности, для этого, как бы, требуется слух. Ну, как бы, для того, чтобы понять, какая нота играет, просто, блядь, когда кто-то нажал, блядь, клавишу одну, и все, для этого вообще идеальный слух требуется. То есть, ну, я сейчас не понимаю, как люди, блядь, определяют на слух, просто, типа, дым, блядь, и такой, это, блядь, вот эта хуйня, ёб твою мать. Ты пиздишь по-любому, блядь, я проверить-то не могу. Юг, 100 рублей. Не знаю, что за персонаж на видео, но он похож на копию маргинала, застрявшего в прошлом. Похожая бомбежка, похожая форма оскорблений, периодическое повышение тембра голоса при бомбежке, как будто сломанный клон быкует на оригинал. Я в замешательстве. Да, у меня раньше тоже ломался голос очень много. Но что-то людям нравится, нравилось это, по всей видимости, не знаю. Мне нет. Тупо замены пары, блядь, имен уже все это превращает. Да, одного. Тупо замена одного имени, обращение, к кому это, собственно, обращено, уже, блядь, настолько ложится на всю хуйню. Чел, чтобы понять, что это замена одного имени, надо знать ебаный текст оригинала. Никто эту хуйни не знает, блядь. Иисус Христос суперзвезда, большинство людей просто знают, что существует такой мюзикл, блядь. Рок-опера, типа. Как бы, и все, блядь, по большей части никто треков уже не помнит из него. То есть я, блядь, пару-тройку помню что-то смутно, что там было, блядь. Как бы, и, ну, типа, я бумер, нахуй. Люди помоложе вообще в душе не ебут, что это за срань. Что у тебя изначально обречена это, блядь, была, это предприятие ебаное. Я сидел просто, блядь, разрывался, блядь. Сначала сел, пропел вроде нормально, да, начал записывать, блядь, что-то. Такой, как начинаю вдумываться, как оно это, в принципе. А ну и да, так и есть, вот, блядь. Ёбаное ты, блядь, каловое животное. Ну, два человека. Все. Если у вас больше двух таких людей... Нахуй метлой, блядь. Какой же ты тупой. Ну вот, а непосредственно после сходки у меня были стримы, где я в очень подавленном состоянии говорил, типа, блядь, меня похоронили. То есть у меня такие слова были. Да. Было дело. Были очень смешные был стримы. Да. В обнимочку, блядь, с продюсером еще были. Ну, это другие стримы.
Я говорю про стрим, когда я уже домой вернусь. Вообще давайте про успешных людей. Все-таки. Тут, кстати, это ни разу не тейки людей, которые сходку засирали сейчас. Чувак удивляется, почему его сложно отличить от людей, которые засирали сходку. Посмотрим, что они. А на сегодня все. До новых встреч. Я, кстати, после сходки сам на себя наткнулся на сайте правила34.xxx. Это не шутка, нихуя. Я зашел в галерею одного художника и увидел там правила 34 с самим собой. Деньги мне плати, деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги. Деньги мне плати, деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги. А сейчас танцуем, а сейчас танцуем, а сейчас мне плати, деньги мне плати, мне деньги.